На старт вышли малыши. В Якутске состоялись долгожданные детские велогонки «Первый старт». Соревнование проводится 5-й год. За ходом соревнований наблюдала Саргылана Федорова. Поучаствовать в соревнованиях решились более 70 юных гонщиков. 4-летний Михаил Ушаков приобщился к велоспорту с 1,5 лет. Сегодня он в первый раз принимает участие в соревнованиях. Узнали случайно по WhatsApp, просто скинули приглашение. Мы с радостью согласились. Михаил у нас любит кататься на велосипеде. Да, Миша? Понравилась гонка? Понравилась. Преданные спорту юные гонщики ездили на перегонки на дистанциях от 50 до 200 метров. Опытные участники уже умеют хорошо ускоряться на старте, грамотно выбирать траектории. Если на пути возникает препятствие, правильно его преодолевают. В нашем забеге 5-летние мальчики, мы победили, первое место заняли. Младшего тоже, надеюсь, мы приучим. Сейчас очень модные же вот эти, как его... Без педалей. Надеюсь, мы приучим и будем тоже так же участвовать. Ребята преодолели трассы на велосипедах разной категории. От трехколесных до профессиональных. Я начала кататься или с 4, или с 5, или с 6. Меня подтолкнули, как я научилась кататься. Меня толкали и отпустили. Я на педали сама поехала. Я хочу победить, хочу медаль получить. И мне мама сказала, если я не выиграю, то не надо расстраиваться. Как и на любом соревновании, были искренние радости и огорчения. Победители получили награды, а все участники – сертификаты. У ребят еще есть время подготовиться к следующему старту, ведь он будет только через год. Проводим накануне праздник Дня города. В этом году у нас погода не позволила провести, поэтому сегодня вот солнечная погода, прекрасное настроение у всех детей и родителей. Вот сегодня мы проводим. Но самое главное, конечно, сохранять безопасность – это иметь шлем, иметь, опять же, наколенники. И родители несут ответственность, прежде всего, за своего ребенка. Юные гонщики получили от соревнований не только массу эмоций и энергии, но и повысили свои знания о безопасности и культуре поведения на дорогах. Саргылана Федорова, Владимир Таюрский, НВК Саха.